Давайте. Боже мой. У меня никогда, никогда в жизни не было такого подбородка. Обалдеть. Ну, я даже не знаю, я... Ну, я, наверное, не ожидала, я даже... Не, в общем, это мне очень нравится. Спасибо. Лера, можете потрогать шею? Посмотрите никаких подбородок. Никаких брылей. Посмотрите подбородок, как круто получилось. Да я вижу. Смотрите мошки, как мы собрали. Да, смотрите, собрали. Сейчас небольшая гиперкоррекция. Глазки, конечно, у меня да. Лисичьи. Да. Чуть-чуть она опустится. Угу. Будет натурально, не переживайте. Небольшая гиперкоррекция. Ирина, мини-суток после комплексной пластической операции. В объеме круговая подтяжка лица со смазкотином пластики, либо сайт шеи подбородка, либо филинг подбородка. Височный лифтинг, коррекция мочек ушных раковин. Или пассация. И никаких колец Венеры. Ну это пока не появится. Ну, а если уйдет, они появятся. Поменьше вы, но не появится. Не так будет так. Обалдеть, правда? Правда, у меня не было такого подбородка. У меня... Это за счет этого, да? И за счет этого все. Это за счет платины. Вот что вы убрали. Конечно. Да? А я все думала, если ну, все было так проще. Подшивать его там надо, чтобы оно хоть как-то. Обалдеть. Ну вот, у меня есть шея. Спасибо.